Брагин защищает Цыплакова от расправы толпы. На допросе Цыплаков категорически отрицает свою вину. Гедеонова вынуждена признать, что он не мог совершить все убийства. В это время певец Стас Нижегородцев обращается за помощью Гедеонова и рассказывает ей про свое участие в конкурсе «Открытие 90». В том же конкурсе участвовал и Ярослав Дорошин, которого на банкете финалиста чем-то напоили и лишили голоса. Он попал в психушку, но сейчас, возможно, вышел. Гедеонова использует Стаса, чтобы поймать Дорошина на живца. Арестованный на месте покушения Дорошин изображает сумасшедшего и уверяет, что его загипнотизировал некто Цыплаков, и под его гипнозом он творил сам не помнит что.